Две «Газели» столкнулись сегодня на 785-м километре трассы М7. Удар был такой силы, что у одной из машин развалился кузов. Причиной происшествия стало несоблюдение безопасной дистанции. Водитель первой «Газели» остановился на дороге и выставил аварийный знак, но второй заметил его слишком поздно. Что из этого вышло, расскажет Нафиса Минязова. Авария на этом участке дороги спровоцировала огромную пробку со стороны Займищенского моста. Все началось с того, что водитель одной из «Газелей» вынужденно остановился на проезжей части. Колеса лопнулись, остановился, а тот, видимо, этот дистанция не держал, не успел остановиться. При этом водитель успел выставить аварийный знак. Впрочем, это не помогло, и второй автомобилист на высокой скорости снес стоячий автомобиль. Он остановиться не смог, не успел. Поздно видел, поздно заметил, поздно заметил. Хотел направо этот брат, а фура его зажал, не пустил. А он сзади уже это снялся. Оба транспорта получили серьезные механические повреждения. У одной из «Газелей» развалился кузов, и весь груз вывалился на асфальт. В столкновении никто не пострадал.